сейчас ни баб, ни мужиков нормальных нет. Ну вот так, слушай. Ну как понять, нормально или нет? Есть же где-то нормально. Вообще общество больное. Деньги, да? Деньги, наверное. Iron Maiden, Rock. Если уже мужики продажные пошли. Раз, и бабы тем более, а баб тем более. Ну, в старину-то были это девушки такие нормальные, не как сейчас. Между прочим, в Европе как были проститутки, блядь, с самого начала человечества, так они и остались. Но Европа, Россия же тоже Европа. Ой, состав Европы. Короче, нифига ты не знаешь. У меня, когда была Русь, да. Такого не было. Чего именно? Проституции Руси не было. Там было все предугадано, там все было расположено так, что, блядь, потому что все знали, чего хотели они, русские. А? Если баба переспала с мужиком до замужества, то изгоняли из общины русские в лес, его. Сколько веков назад? Того, как крестили евреи в Русь. Какой год хотя бы, скажи? Ну, я не помню, какой год, но где-то 800-е года где-то было. А в то время в Европе, которая сейчас Европа, уже были проститутки с Русь. Мы, по-моему, всегда были. Ну, в Европе, да, всегда были. А на Руси не было такого. Ну, что-то подобное и на Руси, наверное, было. Чего не было. Это было один из 100 случаев. И то изгоняли и девушку, и парня. Все. Отшельничество они, все. Наказание? Да, позор. А в то время этот позор, между прочим, равнялся смертной казни, блядь. Ты что девушка чувствовала, когда ее парень или мужик отъебал? Нет. И все, я не знал. А сейчас вот бабы. Похуй. Сегодня с одним завтра другим, просто светит. Ну время такое, 21 век кто-то хотел. 21 веке должно быть идиллия, должно быть уже, а не эта хуйта. Потому что человек развивается не в ту сторону сейчас. А что по-твоему хуйта? Да? Что по-твоему хуйта? Хуйта? Да. Ну что у нас сейчас окружает? А что нас окружает? Беспредел. Человек аморально, все аморально опущены. Аморально опущены, это как пидорасы, жопу выебали. Это про парней или про девушек? Про парней. А девушка от того, что она, блядь, переспала с своими мужиками, это аморально опущены. Мораль в чем заключается? Не показывай свою пизду никому. Никому не показывай свою это и все остальное. Между прочим, Мухаммед Али, он говорит, как это я буду одеть. Моя жена не должна одеть, чтобы жопа была это, она, голая. И чтобы тело ее голое не было. Если она голая, значит она не моя, она всех. Это все. Как я ее защищать буду?
Россия пожирает. Это восточные страны, да, рассуждают. А в Европе по-другому. Вот Европа все ценности уничтожила во всех, во всем мире. Европа. Вот. Какие-то хуйплеты заселяются в Америку, а там и дети живут. Это ты имеешь в виду, когда Кристофер Колумб открыл Америку? Да, Кристофер Колумб, он пидорасом был. Чего им разве? Где-то его открывать и ее было. Где-то это прочитал эту информацию или сам выводы сделал? Я выводы сделал. Я прочитал и выводы сделал. Я выводы сделал. А что именно прочитал? Что такие выводы сделал? Выводы сделал, что. Понимаешь, вот смотри, Россия. Вот Россия. Вот смотри. Вот Россия. Да. Вот Германия. Вот Китай. Вот Япония. Вот Америка. Вот смотри. Вот. Вот Россия. Русские должны на этой земле жить, только одни русские. Американцы должны жить, изначально уже создать свою Америку, они должны в Америке жить, они расселятся по всему. Также немцы не должны быть, блядь, они должны в своей Германии жить и за границей, за своей не выходить так. Там же китайцы, японцы, и те же, блядь, американцы. Ну, а Россия ведь многонациональная страна. Много разных народов. Потому что здесь почему? Потому что эти национальные страны, эти якуты, они здесь проживали. Это те же индейцы. Это индейцы, как в этом. Потому что это точная страна. Те же других монгол-татары пришли вообще плохо. Когда русские были из монгол-татаров, в это время не было. Они пришли. Татары, они пришли. Их вообще не было на Руси. Почему они с Руси брали оброк? Они вообще пришли на Сахну. Вот.